И всем привет, ребят, с вами Мистер Вайкер, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы рассмотрим матчмейкинг с новыми ботами. Попытаемся найти этих самых заветных ботов и посмотреть, как все это дело работает. Сегодня у нас пятница, вышло у нас замечательнейшее обновление с ботами. Теперь на легендах у нас могут встречаться боты в матчмейкинге. Ну и мне очень сильно хочется посмотреть, как это на самом деле работает. Если вы ждали этот видеоролик и вам нравятся видеоролики данного формата, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше по тегу на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого он строит в аккаунте, кьюсует ему личный так так темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего сегодняшнего игрового видоса, то в целом мне-то, по сути, особо-то и результат показывать не надо. Я просто возьму дефолтное свое любимейшее вооружение для матчмейкинга. Ну и наша задача просто запикаться в катку и посмотреть, как у нас работает вот эта вот система с ботами. Сразу подпикивает этих ботов, либо их подпикивает только тогда, когда у нас выходят какие-то игроки. Да, ну и желательно мне попасть сразу с ботами, то есть если я запикиваюсь в катку и нету ботов, то я просто каточку буду перепикивать, так как я хочу посмотреть именно бои матчмейкинговые с ботами, как ведут себя эти боты, сколько у них хп, как это все дело работает. То есть мне очень интересна вот эта вот механика и насколько вообще сильные эти боты в матчмейкинге на сегодняшний момент времени. Надеюсь, что я в принципе, их увижу в бою. Так, запикиваюсь в первую катку. И в первой катке я вижу лишь игроков, да? Я так понимаю, ботов здесь у нас нету. Соответственно, мы этот бой покидаем и газуем следующий бой. Мне, так я понимаю, надо запикаться именно в начатую катку. То есть где-то в середине боя этих ботов начинает подпикивать, когда игроки выходят с карты, да, чтобы карта была полностью заполнена. Вопрос теперь в другом. Реально ли мне запикаться сейчас в начатый бой? Да, то есть если туда уже в начатые бои будет подкидывать только ботов, то получается, что я с нулевой не могу запикаться в катку, чтобы не было ботов. О, вернее, чтобы были боты. Вот это вопрос хороший. То есть могу ли я подпикнуться в катку в середину боя? Или в середину боя теперь подпикивать только исключительно ботов? Вот главный вопрос. Так, ну первые две катки меня закидывают в начало. В новую каточку. Сейчас попробуем, просто поперепикиваем где-то штучек 5, наверное, перепикнем. Чтобы понять, как это дело работает. Ну и дальше уже, опа, вот она, начатая катка. Ну и вот здесь вот, по идее, уже должны быть боты. Должны быть боты. Но ботов я здесь не вижу. Ботов я в этой каточке не вижу. Может быть, ботов еще не включили? Может, их еще не включили? Может, ботов отменили? Может, ботов просто отменили? Но это явно не боты. Потому что у ботов, я так понимаю, должна быть своя тема. Да, ботов в этой катке нет. Ладно, давайте тогда перепикнем еще. У нас видеоролик построен на ботах, поэтому нам ничего страшного в этом нету, что мы перепикиваем 125 тысяч боев. Но уже три катки я перепикнул, получается. И даже в бою, который уже практически там подходил к концу, ботов тоже не было. Так, ну вот, еще одна катка. Уже начатая. И отсюда выходят игроки. Да, соответственно, здесь должны быть боты. Правильно? Правильно. Вот в такой катке должны быть боты. Но ботов нету. При том, что карта далеко не полная. А у нас была информация именно о том, что в бои, в которых не хватает игроков, будут подпикиваться боты. И это все дело выходит именно сегодня. Правильно? Правильно. Но ботов я не вижу. Здесь у нас не полная катка. Здесь у нас получается 6 на 6. Вообще у нас в штурме должно быть здесь 8 на 8 на мостах. Но у нас катка 6 на 6.
То есть два места у противников, два места у нас свободных. И ботов нету. Или может быть эту карту переделали под 6 на 6. Ну, мосты под 6 на 6 переделывать? Ну, мне кажется, что это сомнительное решение. Очень сомнительное. Так, вот выходит еще один игрок. Выходит игрок. Ну и вот у нас начатый бой, в который должны подпикиваться боты. У нас запикивается игрок. То есть ботов не пикает. Может быть, система ботов сломалась? Боты сломались и ботов нету? Может быть, в этом вся проблема? Так, ладно, хорошо. Мы перепикнем еще одну каточку. Еще одну каточку перепикнем. Пока ботов я не нашел. Пока что их нету. Запикиваюсь в новый бой, но в новом бою я один. Я первый подпикнулся в новый бой. Ну и здесь, я так понимаю, ботов... Ну, вряд ли будет здесь боты. Это чисто новая катка. Новые катки, я думаю, что ботиков нам не накинут. Игроки тоже заходят, выходят. Может быть, тоже все ищут ботов. Да, у нас, походу, мосты 6 на 6 сделали, я так понимаю. А почему? А, нет, вот здесь, например, подпик идет больше. А почему в штурме не было подпика больше, большего количества игроков? Вот этот момент мне, если честно, непонятен. Почему там не подпикивало дополнительно игроков? Ну, вот сейчас опять 6 на 6. Был у нас 7 игрок и вышел игрок. Но ботов я здесь не вижу. Ботов здесь... А, там 20-ка? А, нет, 20-ка это не бот. 20-ка это не бот. 5% резист это тоже не бот. Ладно, ботов нету. Ботов в очередной катке нету. Ну, попробуем еще парочку запикаться. Чтобы точно убедиться в том, есть ли боты в матчмейкинге. Потому что по информации, которая была у нас вчера в обновлении, боты должны появляться во всех боях, которые начатые, и в которых остаются свободные слоты. Но это у нас вот, например, новый бой. Да, в новом бою? Ладно, хорошо. Может не быть бота. Окей, хорошо. Так, мы перепикиваем. Попадемся сейчас в начатую катку. Если в начатой катке опять не будет ботов, то у меня уже будут возникать вопросы. Работают ли эти боты? Как будто они, получается, тогда не работают. И ботов у нас нету. Сломалась система ботов. Сломалась система ботов, получается. Получается, ботиков нету в целом. Так, меня опять запикивают в новую катку. Кстати, очень часто начало закидывать в новые бои. В новые именно каточки. Начатые, а в новые. Но в новых боях нету. В новых боях просто нету. Нету ботов. Как будто их не существует от слова совсем. Ну, давайте попробуем запикаться еще в начатую каточку, чтобы уж точно убедиться. Начатый бой нам надо какой-нибудь. Я очень хочу посмотреть. На мальках вроде как с 50% резистами они были, эти боты. Вопрос, с какими резистами они на основных аккаунтах. Так, ну, я запикиваюсь опять в начатый бой. И процентные резисты... Нету ботов. Ботов нету. Нету ботов. Может быть, их начинают подпикивать с какого-то определенного времени в бою. Но по той информации, которая там была... Там была информация о том, что боты... Ну, можем даже зайти по-быстренькому на сайт игры. Боты подпикиваются в начатые бои, когда игроки выходят. Я очень помню четко эту фразу. Вот, где у нас информация по ботам. Так, индикаторы, меню настроек, позиции. Так, что? Что? Так, боты могут появляться... Названиях Маршал плюс, включая легенду, при значительном превышении времени поиски... А, времени поиска битвы. То есть у нас не превышается сейчас время поиска битвы, вы хотите сказать? И поэтому у нас нету ботов. Я так понимал эту систему, то что эти боты будут запикиваться и в те катки, в которых нету...
вот игроков, вот, например, есть свободные слоты, и на эти слоты выходят постоянные игроки. И вот вместо этих игроков будут запикиваться боты. Но получается, что у нас ботов нету. Я перепикнул 10 боев, и ни в одной катке я не увидел ботов при помощи... Ну, в принципе, с одной стороны, как бы и ожидания не было столь большого и долгого, да? Но с другой стороны, очень большое количество есть боев, в которых игроки выходят. Я думал, кстати, что именно вот в эти бои эти боты и будут запикиваться. Но, как оказалось, ботов пока что... Пока что я не видел от слова совсем. Может быть, надо какие-то режимы определенные пикать, и в определенных каких-то режимах эти боты будут. Может быть, вы мне посоветуете все это дело и в комментариях напишите, где найти ботов. Но я ботов не нашел. Быть может, их еще не включили и не добавили полностью. Да, и ботов у нас нету, и они просто сломались. А может быть, я просто их не нашел. Поэтому напишите, что вы думаете по этому поводу. Нашли ли вы ботов в матчмейкинге? Если нашли, то где? И каким образом у вас получилось их найти? Поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.